Савеловский вокзал в городе Москве, столица. Один из 9 железнодорожных вокзалов города Москвы. Главный фасад здания. Здесь вход с площади Савеловского вокзала. Вот такая сейчас площадь, обновленная, с автобусными остановками. Недавно все это сделали. Савеловский вокзал. Ах, какое место здесь. Здесь 3 округа административных. Там центральный, здесь северо-восточный. И через дорогу северный округ. 3 административных округа на севере столицы, в северной части. И 5 районов. Вот здесь район Марьина Роща, вот там центральный округ, район Тверской, там район Беговой нашего северного округа, здесь район Савеловский за Бутырской улицей, где я была сейчас. И здесь северо-восточный округ, район Бутырский, где и находится Савеловский вокзал. Савеловский вокзал открыт в 1902 году. И назывался Бутырский. Бутырский вокзал. Такое название было до 1912 года. 10 лет. Бутырский вокзал носил такое название. А с 12-го он стал Савеловский. Савеловским. И поныне Савеловский вокзал. Сегодня 27 ноября 2019 года. Савеловский вокзал единственный с 1999 года работает как пригородный. Как пригородный. Савеловская линия здесь. Савеловская ветка, которая доходит до города Дубна Московской области и до станции Савелова города Кимры Тверской области. Вот на главном ходу станции Савелова. А до Дубна ответвление, вторая ветка. Так что все электрички идут либо до Дубны, как до конечной, либо до станции Савелова. Город Кимры Тверской области. Город Кимры стоит на реке Волги. Мало что знаю, надо почитать. А город Дубна тоже на Волге. И там еще вода. И там еще канал имени Москвы. Возле Дубна
Да. Много воды, там в окружении воды город Дубна. Да, вот там конечные, а здесь начальный пункт Савеловской ветки, Савеловской линии. Вот Савеловского вокзала. Здесь еще транзитные поезда проходят. Транзитные, проходящие по Алексеевской соединительной ветке. Вот грузовой идет состав. Грузовой. Не только пассажирские, но и грузовые. Здесь Бутырская вообще-то грузовая. В том числе и грузовая. Но все проходящие. И работает как пригородный вокзал Савеловский, пригородный. С 1999 года. А неделю назад пустили, заработали московские центральные диаметры. Вот я сейчас подходила, смотрела. Одинцово-Лобня диаметр номер один заработал. Когда-нибудь воспользуюсь я, когда ТПО окружная будет работать. Вот я обязательно проеду до окружной, когда пустят второй вход-выход из метро окружной. Вот тогда я и проеду. Вот автобус подошел, 72-й. Ну, до водного стадиона идет. На Савеловской площади, на площади Савеловского вокзала. Так удобно на разных автобусах. Можно проехать в разные направления. А там пассажирская, пассажирский поезд или электричка. Да, 5 районов, 3 округа в этом месте. Очень интересное место. Возле Савеловского вокзала. Да, на электричке с этой стороны можно подойти. И с другой стороны. Да, с МЦД будет еще лучше. Еще пишут, что Савеловский вокзал может даже, может быть, перестанет существовать как вокзал, а будет просто станция Савеловская в связи с пуском от МЦД. Уже потеряет функции какие-то, которые присущи вокзалу. Да. Красивые буковки. Савеловский вокзал. Да, вот стою я возле вокзала. Сегодня 27 ноября 2019 года. Так он выглядит, вокзал. Не
ничем не примечательная внутри, а внешне красивая. Первоначально он был одноэтажным. Надстроили сейчас два видимых этажа. Но он имеет три этажа. Заходила, смотрела. Вот здесь по центру работает лифт. Да, интересное место. Захотелось мне еще раз поснимать. На память вот такие. Там движение здесь большое. Здесь не только электрички с Савеловского, вот по Алексеевской средней ветке, соединительной ветке, все время идут грузовые, пассажирские поезда. Да, очень интересное место. Вот один вход в метро, станция Савеловская. Здесь Серпуховско-Тимирязевская ветка моя. Очень удобно. А там сейчас я туда пройду, поснимаю отдельно. Савеловская с тремя линиями. Можно пройти на все три. Название одно, Савеловская. Вот вход здесь, удобнее здесь, виднее, нагляднее. Да. Там Бутырская улица в ту сторону. А в эту сторону к метро, а за путями железнодорожными торговый центр, рынок Савеловский. Да. Когда-нибудь я туда тоже пройду. Снимаю. Сейчас я здесь. Хочется запечатлеть Савеловский вокзал. Пока он вокзал. Да, пока он вокзал, а не просто станция. Савеловская. Да, замечательно. Очень интересно. Хорошо.